Приветствую вас, друзья! С вами Людмила Мельник, и сегодня мы будем устанавливать приложение Static HTML на вашу бизнес-страницу. Это основное приложение, я считаю, которое нужно установить на бизнес-страницу, потому что на его основании можно сделать много интересных фишек. Итак, в строке поиска Facebook набираем Static HTML, и мы выбираем iframe tabs. Вот такое приложение со звездочкой. Нажимаем на него и переходим на страницу самого приложения. Теперь перейдем к приложению. И нам предлагается продолжить как Людмила Мельник. И добавить статик HTML к вашей странице. Выбираем страницу. Добавить HTML. Нажимаем на кнопочку и видим вот такой значок. За каждой такой вкладкой кроется очень много интересного. Итак, войдем в наш первый таб приложения Static HTML, и нам предлагается войти в таб. Это приложение делит всех посетителей на тех, кому страница нравится и кому она не нравится. Вернее, тот, кто еще не нажал на эту кнопку. То есть, содержание увидит тот человек, который уже нажал на эту кнопку, а фангейт означает, что прежде чем человек доберется до основного содержания, ему нужно нажать на кнопку «Нравится». Начнем с фангейт. Для этого мы ставим галочку в окошке «Включить фангейт». И тот, кто заходит в приложение и хочет увидеть информацию, но не является поклонником вашей страницы, увидит либо надпись «Нажмите, мне нравится» для того, чтобы получить доступ, или можно установить красивую красочную картинку. Для этого нужно зайти в «Изменения приложения» и выбрать изображение. Использовать изображение приложения. И здесь мы загружаем заготовленную картинку с четкими указаниями, что нужно сделать. Например, вот такая картинка, которую я заготовила для своего приложения. Нажимаем «Сохранить и опубликовать». Как стать профессионалом видео? Нажмите «Нравится» и получите доступ. Доступно только для друзей страницы. Четко и понятно написано, что нужно сделать. Далее. Переходим к содержанию. Вот здесь уже мы устанавливаем то, на что был заявлен наш таб. Здесь мы выбираем изображение, сайт или видео YouTube. Давайте поставим сайт или страницу воронку. Использовать приложение сайта. Осталось только ввести название. Давайте я возьму свою страницу захвата. И вставлю в окно. Уберем вот эту составляющую скролливания, нажав на кнопку. Страничка остановилась. И нам можно подрегулировать ширину ее, чтобы она была на всю возможную ширину. Вот так. Сохраняем. И идем в закладку на Facebook. Смотрим, что получилось в итоге. Мы еще не нажали на кнопку «Нравится»,
Поэтому нас выбросило на страничку FunGate. То есть для того, чтобы зайти внутрь, нам нужно нажать «Нравится». При нажатии на эту кнопку получаем доступ к основной информации. Таким образом, вы можете набирать все большее количество фанов для вашей бизнес-страницы. И зайдем еще раз на страничку для того, чтобы отредактировать сам таб. Выглядит он сейчас непривлекательно, нам нужно дать ему название. Для этого нажимаем на карандаш, редактировать настройки и назовем это бесплатный курс. Нажимаем также изменить, и здесь мы можем установить изображение вместо стандартной звезды. Выбираем файл. Вот у меня заготовлена картинка. И вот мы ее установили. Здесь мы все сохраняем и нажимаем ОК. Как видите, наш таб приобрел замечательный вид. Мы наполнили этот таб содержанием, дали ему название и прикрепили картинку. Теперь этот таб полностью рабочий и готов к применению. Для того, чтобы установить еще один таб из этого приложения, потому что в этом приложении 12 табов, нам нужно зайти в этот таб, войти внутрь, нажать на плюсик или настройки и добавить еще вкладки на эту страницу. Нажимаете вторая вкладка, выбираете страницу «Добавить second tab». И здесь вы находите еще одну звезду. За этой вкладкой вы можете установить какую-нибудь другую фишку, например, подарок или бонус. Обратите внимание, что эти приложения, они все на английском языке, поэтому заходите через браузер Google Chrome. С вами была Людмила Мельник. До новых встреч! Понравилось видео, нажмите лайк и не забудьте подписаться на канал.